Всем здорово! Короче, сегодня мы выбрались в лесок. У нас два скутера и мой питбайк. Там впереди речка. Нас ждет трындец. Я надеюсь, что все проедут ее. Ну, я-то точно проскочу. Первое. Пацаны, поехали. Утонул. Кобзда. Я вообще заглохла. Давай, давай. Давай. Кобзда, кроссовкам. А, кстати, это тот самый скутер, который мы чинили в начале весны. Его потом поставили все-таки на колеса. Давай. Вот это контент, блин, я не могу. Давай, давай. Главное вот здесь вот выезжай, давай. Ребята. Короче, у нас небольшие траблы. Некит утонул. Свечку там откручивает. Теперь не заведется. Надеемся, что он заведется, иначе наши приключения на этом окончены. Спустя 2 года мы кое-как завели скутер. Ребята едут, я их догоняю. Очередное говно. Ребята проехали спокойно на скутерах. Я-то тем более здесь. Ух ты, я в колею какую-то села, ё-моё. В основном здесь такая дальше офигенная дорожка по полю. Хотя фиг его знает, я тут давно не была уже. Трава на скутерах цепляется, вообще капец. Каких-то отвыкла, тем более время уже 9.
Как будет работать? В это время темнеет. Время уже почти 10 часов. Мы все еще не можем завестись. Мы пытаемся хоть что-нибудь сделать. Искра лютая, вообще ебейшая. Искра есть. В чем проблема, мы понять не можем. Короче, окончательно стемнело. Было принято решение пытаться завести скутер, когда мы выберемся на дорогу. Сейчас ребята там вдалеке толкают его на руках. А мы и потихонечку проезжаем, проталкиваем скутер, потом проезжаем. Мы абсолютно все в грязи. Это уже реально как фильм ужасов я снимаю сейчас, ребят. Я вообще, я не знаю, мне кажется, я долго буду отходить после этой покатушки. Абсолютно непредсказуемо заканчивается эта покатушка. Мы еще в лесу, время уже 10 вечера. У нас некит не смог завестись. Гриша его тащит на буксире. Мы едем через дерьмо просто. Как вы видите, в темноте все грязные с ног до головы. Друзья, если вы не знаете, как выглядит жесть, то жесть выглядит именно так. Мы заблудились в этом лесу, мы даже не знаем дороги правильно. И у нас человек просто на тросе. Ночь, темнота, мы даже не знаем, куда мы приедем назад домой. Это просто капец, а как все красиво начиналось. Тем временем мы движемся вперед, мы слышали два выстрела. Нормально. Наконец-то мы доехали до нужного нам направления. Мы видим дома, что это очень-очень хорошо, я вижу фонари. Мы выехали на трассу. Да! Тут уже трасса. Белый костюм. Просто видите, что с некитом это кобзда. Просто. Идеально. Просто. Я жопу. Вот чем упал. Заканчиваются наши просто покатушки. Ты чистая вообще. Это трындец. Короче, наконец-то мы выехали на